Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Выборов Алексей, хирург, ортопед. Алексей, скажите, с какого вы города? Санкт-Петербург. Как здорово, что вы оказались на нашем мероприятии. Расскажите, впервые ли вы на мероприятии, которое организовывает стоматологический магазин «Ромашка»? Да, «Ромашка» впервые. Может быть, есть какие-то выводы, какие-то рекомендации, которые вы хотели бы дать по организации, по материалам, которые вам сегодня даны, и какие-то вы хотели услышать? Ну, в принципе, все хорошо. У данного лектора я второй раз. Он ранее был год назад в другом образовательном центре. Вот. Но в прошлый раз я был на ортопедическом этапе, сейчас хирургический. Очень-очень интересно, очень все понятно, грамотно. Может быть, есть темы, которые вы хотели услышать бы на следующих мероприятиях? Ну, основное, что меня интересовало, это операция синус-лифтинга. В принципе, лектор сегодня все озвучил, что меня интересовало. То есть у меня в начале вопросы были в течение рассказа лектора. Все мои вопросы он закрыл. То есть очень грамотно, все четко, структурировано, все рассказал, очень интересно. Спасибо вам за посещение нашей конференции. Будем ждать вас снова. Спасибо. Благодарю.